Здорово, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас GTA 5 RP, проект Grand Roleplay, пожалуй, самый функциональный проект, потому, дружище, ежели тебе хочется поиграть тут вместе с нами, вместе со мной, да даже можно и без меня, ссылочка будет в описании, ты получишь бонус, я получу бонус, все получат бонус, и, в принципе, ко мне как-нибудь подойдешь, найдешь меня, если что, помогу деньгами и приму в самую лучшую семью штата. Нахожусь я в семье под названием Чикаго Люкс. Ее найти легко. Она сейчас первая в топе. Ну и наш дом находится вот тут. Это получается примерно 42-й дом. Ну иногда 43-й, 42-й дом. А по навигатору хер его знает. Давай посмотрим по навигатору. А, 272-й дом по навигатору. Ну это, то есть ты берешь, короче, такой телефон, GPS. Так, поиск дома по номеру, и все, и такой херак, 272-й дом. Ну, а штат реально прикольный, елки-палки, вариации, где ты можешь поработать, чем ты можешь позаниматься, оформление всего этого дела. Наверное, самое лучшее и прикольное. Так что, давай, ссылочка в описании, вот, и меня поддержишь, и себя поддержишь, и кайфанешь от игры. Ладно, полетели. Долгое у нас вступление получается. Пока покурю кальян, расскажу вообще, что я буду делать. А, что-то я, походу, не покурю кальян. Или покурю кальян. А вот, проблема заключается в том, что я немножко, как обычно, наркоманию. Наркоманию уже как-то билетики открывал. Оттуда у нас есть лотерейные билеты. Причем лотерейные билеты у нас есть, скажем так, за бабки, которые в игре, и за реальные бабки. Не знаю, я видел, как ребята, покупая билеты по 10 тысяч... Да, и долларов игровых, у них все нормально. Они оттуда выбивают рюкзаки третьи, они оттуда выбивают машины, все что угодно они, короче, выбивают, когда покупают вот этот вот билет. Ну, вот смотри, я сейчас его куплю, хер я чё... А, у вас нет лотерей в инвентаре, ну и пошли вы все в пень. Короче, я открыл уже около 400 билетов, или даже 500. Фишка, я забрал 3 машины гарантированных, да? За все время я не выбил ничего, реально, кроме гарантированных машин, которые идут за определенное количество билетов. То есть я не понимаю, почему другим везет, мне не везет. Но, когда я, к примеру, открываю эти донатные билеты, вот вчера не выдержал, на стриме открыл 5, и на 5 мне повезло, причем там было эпично, может быть, сейчас видос вставлю. Тогда у меня как бы все нормально, понимаешь? Тогда у меня все нормально, дружище. И я не знаю, как это работает. А это типа перчатки. Не, ну мне бывало и с первой попытки падало что-то. Опа. Опа. Бля, Удюха здесь, походу, самая беспонтовая. А, ну мне маска выпадет, да. Это второй билет. А, блядь, и как назло, не маска черная, а, блядь, бабки. Интересно, сколько там бабок? Ну, конечно же, маска. Так, это четвертый. Ну, ладно, давай пятый, на счастье, откроем, блядь. Серьезно? 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 Я сейчас, блядь, выбью урус. Я сейчас, блядь, выбью урус. Ребяту... Ребятушки, а? А? Блять, пятый на счастье, я же сказал, блять, пятый на счастье, ребята, пятый, блять, на счастье. Урус, иди к папочке, блять. Урус, иди к папочке. А нахуй. Ну шо, шо, ребята, шо у вас на задержку, смотри. Хуяк, бля, и к папочке пришел урус. А? Бля, ладно, давай еще один раз поперло, блять. Пока что идет все хорошо. Но здесь, походу, 3 маски. Ну да, блядь. Ну ладно. Нельзя пальцы скрестил. Спасибо, спасибо, ребята. Сначала, знаете, что мы сделаем? Мы купим Royal Pass.
Вот, за 650 рублей. Потому что это достаточно выгодная штука. Правда, для меня в этом сезоне не особо выгодная. Встал на лидерку вагасов и прям пипец, короче, нихера не успеваю. Надо попытаться мне успеть закончить Royal Pass. Единственный косяк заключается в том, что когда первый раз его ввели, я надеялся, что ёперный ты театр, он будет все время. Они его запускают только там на Хэллоуин, вот сейчас на Новый год запустили. Я думал, что постоянно как бы эта фигня будет, и постоянно можно как бы эти квестики проходить и получать за это бонус. И когда вы типа по 650 рублей эту херь покупаете, это достаточно выгодная залупа, потому что по факту эти деньги вам возвращаются, грубо говоря, обратно на счет, и плюс вы еще прайм-билет покупаете, то есть вы реально, ну, в плюсе, и плюс вы еще здесь донаты 200 получаете, то есть как бы, ну, такая нормальная штука. Ладно, давай начнем, я нервничаю, я беспокоюсь, еще раз заходим в магазин, лотерейный билет, заходим сюда, смотри, что мы можем выиграть. Мы можем выиграть до хера чего. Плюс 100-500 масок, которые по факту не нужны. И огромнейшее количество машин. Просто перечень машин. Причем тут, я смотрю, ферры добавляются быстрее, чем я их успеваю выбивать. У меня есть Ferrari F8, и у меня когда-то была, знаете, надежда продать все ненужные машины и сделать себе коллекцию из всех Ferrari, которые есть в штате. Да, там 418, или я уже забыл, блин, елки-палки, давно ее не видел. Потом... сейчас у нас 812 какая-то появилась, да, я ее вообще не в зуб ногой, и SV90. Вот. Ну, потом стал на лидерку в организации и вообще забыл об этих, скажем так, мечтаниях. Гарантированный приз, типа, 100 штук открою, мне дадут эту феру. Подожди, я думаю, что сегодня я открою больше, чем 100 штук. По сути, у нас 25 тысяч рублей было. Было. Так, опа. А, ну и, конечно, маска, да? Слушайте, я надеюсь, что здесь мне повезет больше, чем когда я покупаю билеты за 10 тысяч. Причем, знаешь, мне обидно даже не сколько за себя, а обидно мне за то, что... Как бы, ладно, если бы все не могли ничего выбить с этих... Опа! Бля, нихера, я тут пока балаболил Subaru BRZ. Я хер его знает, что такое, сколько оно стоит, но мы это обязательно посмотрим. Вот это я немножко в шоке. Очень быстренько. Я говорю, слушай, вот с этих донатных билетов кому-то вот жестко не прет. Но мне зачастую бывали ситуации, когда я на стриме выбивал с первой попытки в райд. Я выбивал там тоже с третьей или четвертой попытки еще какую-то, помню. А, Ламбу Венена, короче, я выбил. Тоже там просто закропали, чисто на халяву, just for fun, там на стриме лайков собрали, я купил этих билетов и выбил. А потом бывает, знаешь, когда я, кто видел первый видос, да, у меня там просто еле-еле получил, ну, то есть я даже тогда и гарантированный приз не забрал, потому что билетов изначально мало открыл. Я потом уже дозабирал этот гарантированный приз. То есть еле-еле, я помню, тогда выбил этот Rolls-Royce в райд. А сейчас, как бы, мне кажется, или, может быть, шанс дропа улучшили, или мне просто прет, или я сейчас накаркаю, и мне как бы нихера больше не упадет. Я не знаю, друзья. Я реально не знаю, но сумма большая, и хотелось бы с нее что-то как бы конкретное, твою же дивизию. Опа! Блин, ты че так прет-то? Блядь, я уже жду комментариев. Лайк-то поставь, а! Я уже жду комментариев о том, что, ну, типа, ёпта, накрутили, сука, тебя. Накрутили, да, но когда за 10 тысяч билеты покупаем, мне что-то нихера не накручивают. И ладно бы всем не падало, так нет же, людям падает. Люди оттуда дохера что забирают, блядь. Третьи рюкзаки только так по щелчку пальца, короче, вылетают. Мне же хер, просто, вот реально, 400 или 500 билетов ни разу ничего мне не падало. Другие открывают, там один билет сраный купили, хераком там машина упала. Я думаю, сука, как это работает, непонятно. Так, хорошо, мы открыли достаточно немного билетов, уже получили две машины. Наверное, не самые дорогие, мне кажется, да? Вот. Я хотел бы еще получить А6, но говорят, что у нас здесь говно. Опа! Блин. Нет, все, нет. Окей, все, если вы напишите в комментариях, я хуесос. То, что я хуесос, которому накрутили, типа, шанс выпадения, я не знаю, вы, наверное, будете правы, потому что это
Подожди, что это? Ford Explorer, блядь. Я вообще, я в душе не ебу, что это за машина. Они, понимаешь, они как-то, типа, когда выходят обновления, они нихера не пишут по поводу новых машин. Ну, то есть, вот если там в автосалоны куда-то что-то добавляют, тогда пишут. Но в лотерейке они постоянно какие-то тачки добавляют. И, грубо говоря, ты о них узнаешь, когда, ну, или, соответственно, на улице видишь. Или, скажем, когда оно тебе выпадает. Потому что я вообще в душе не трахал, что за Ford Explorer, понимаешь? Что это, как это, зачем это? Ну, Мерин, да, я видел. Типа он и на рынке стоит, продается, и прикольно, мы это все посмотрим. Чё-то у меня пиписька привстала, друзья. Чё-то у меня пиписька привстала. Блять, зря, походу, да? Зря она привстала. Вот, еще, знаете, чешутся руки, типа, купить портфель, типа, за 10 тысяч рублей. Я так и думаю, блядь, ну, наверное, невыгодно. Вы эти 10... Смотри, они продают этот портфель за 10 косарей. Вот. Но если 10 косарей потратить на открытие этих билетов, то, в принципе, ты, может быть, деньгами заработаешь... Ну, заработаешь так нормально, да, там, продав пару машин, если тебе повезет, выпадет что-то. Вот, а портфель донатный, я видел, продавали по 6 миллионов. Вопрос, нахера тогда его покупать за 10 тысяч, если ты здесь можешь взять, как бы, нафигачить, елки-палки, и... Типа, заработать. Блядь. Ну нет, вот смотри, я сейчас буду типа надеяться, что неонки выпадут, а хер они мне выпадут. О чем я и говорю. О, мне интересно, вообще кто-нибудь отсюда неонки выбивал или нет? Если кто-нибудь выбивал, блядь, напишите вообще в комментариях. Есть вообще такие люди? Слушай, что-то мне подсказывает, что больше никаких машин я не увижу. А, ну вот здесь деньги. Окей. А, знаете, что я заберу? Заберу СВ. Заберу СВ, наверное, да? Или мне не хватит попыток? Или придется додоначивать? Что я вчера 5 билетов открыл. Считай, Royal Pass купил. Это считай, 2 попытки. Блин, маски. А-а-а! Так, короче, можете в комментариях хвалиться, что, где, кто выбивал. Сумма большая. Подожди, мы выбили уже где-то 3 машины. Вообще, перчатки тоже хотелось бы выбить. Ну, наверное, вряд ли я их носил бы. Может быть, пару дней ими походил бы по штату, повыпендривался бы и потом продал. Одни и те же маски падают постоянно. И, да, маска. Так, подожди, 78 попыток. А, мне надо еще 22 попытки. 22 умножаем на 250. Итого... А, слушай, нет, я заберу. Я заберу, елки-палки, феру. Я заберу... Воу! Воу! Иди сюда, деточка. Нет, слушай, блядь, зуб даю, пацаны. Мне никто нихуя не крутил. Я сегодня надеялся, типа, знаете, как обычно, получить... Вот как в прошлый раз я билеты открывал, я надеялся получить одну машину и забрать гарантийку. Потому что вся эта херня ради феры СВ-90. Хотя, в принципе, мне рассказывали, что она едет так же, как и F8, да, и смысл, типа, как бы две одинаковые машины по ездовым качествам, да, но, блядь, ну хер знает. Ну, посмотрим. Прокачивать-то ее дорого. Пипец, как дорого ее прокачивать. Идем дальше. Идем дальше, друзья. Нет, блядь, я думал, перчатки выпадут. Херашечки там. Блядь, давали бы здесь шанс на какую-то супер редкую маску, понимаешь? А то вроде маски падают, но их таких масок до хрена. Подожди, что мы сегодня выбили? Вот это вот пролистать можно? Нет, внизу вот это пролистать нельзя. Ну, смотри, Алекс Давис какой-то тоже выбивает. Тут можно посмотреть, кто что выбил. Так, машинки. А, нет. И маска, окей. Ну, что ты тут поделаешь? Маска. Так, 8000 рублей осталось. И через один из попыток я заберу феру. О, блядь. Вот бы вторую феру выбить, чтобы у меня 3 разных было. Вот вчера...
Вот вчера я выбил, грубо говоря, этот Урус, который вряд ли я смогу продать за больше, чем ГОСК. Хотя Урус там ФТшный, мне вот вчера на стриме говорили, 500 гонит. То есть он едет быстрее, чем, соответственно, моя фера F80. Но хотя она не ФТшная. Ой. Но мне кажется, она ФТшная не поедет, блядь, 500 километров. Ну, по крайней мере, у меня без редукции. Оп-оп-оп, тут что-то... Тут что-то интересненькое. Тут что-то интересненькое. Это F8. Это какая-то другая. И три маски. Ну, окей. Ладно, давай. Давай, давай попробуем с одной стороны открыть, с другой стороны. Отсюда. Ясно. Ясно. Ясно, блядь. Слушай, ну да, я повыбивал машины, но я не знаю, там были какие-то супер дорогие машины или что. Короче, будем смотреть потом в гараже, что я навыбивал. С чем это едят, и потом на стриме будем, наверное, как-то их тестить, потому что не хотелось бы затягивать видос, друзья. Так, слушай, я думаю, мне даже не лайков, мне дизлайков нахуярить. Вот, вот я говорю, если бы я нихера не выбил бы, я такой, типа, бля, потратил 25 тысяч рублей и нихера, короче, не выбил. Тогда бы мне пацаны, наверное, лайков наставили, а так, типа, ах ты хуесос. Четыре машины. Опа! Гарантированный приз, иди сюда. А так мне скажут, вот ты херосос. Вот ты херосос. Навыбивал себе машин, падла такая. Блять, хочу неонки. Хочу неонки, друзья. Друзья мои. Ну, блять, может еще даст машину какую, а? Это какая-то простая фера. Футеламба желтая. Что это? Одни и те же маски падают? На, хотя там, наверное, цвета будут различаться. Надо посмотреть, каких масок он надавал. И куда мне их вообще складывать по факту. Так. Так. Ну. Маски. 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 Ничего, кроме масок. Давай, блядь, ёпта. Дай мне феру, которую мне тоже не хватает. Слушай, а что там за бэмка была такая интересная, желтая? Надо посмотреть, надо... Окей, деньги. Надо посмотреть, что можно выиграть. Что там за... Что там за бэмка такая была? BMW M4. Окей, понятно. Блядь, они бы RS6 исправили, а то не поворачивает, не тормозит. Управляется хуже, чем старая А8, и типа, как такое может быть, не знаю. Я себе RS6 прокачал, фулл тюнинг, и, сука, сижу, плачу. Я знал, что она как бы не управляться будет, не будет тормозить, когда я ее прокачивал. Но просто RS6 такая красивая, ёпта. О, но ездить на ней достаточно трудно. В особенности, там, блин, как бы, когда за тобой... Когда тебя каждый хочет похитить, что-нибудь с тобой сделать, блядь. За тобой гоняются госки. Как бы, ну, не особо хочется рисковать. Слушай, а у нас последние деньги, ребята. Пока мы с вами балаболили, осталось 1600 рублей. И что-то перчаток не видно. Машин мы, конечно, навыбивали. Но опять же, там непонятно какие. То есть, это, ну, не самые, скажем так, топовые. Сколько? 4 попытки осталось, да? 4, елки, палки, попытки, друзья. И чё? И чё? Так, две попытки, давай! Ясно. Последняя попытка. И пойдем смотреть, что за машины мы выбили. Ну и да, эти маски получаем. Окей, пойдем смотреть вообще, что у нас получилось. Так, ребята, смотрите, по сути, за 24 тысячи рублей с копейками мне выпало вот это вот чудо. Это Урус, госстоимость 5 миллионов, да, то есть чисто я могу в госку продать за 2,5, да. Вообще, в целом, сегодня тачки выпали с маленькой госстоимостью. Если выпало, допустим, Венена, да, у которого госстоимость 10 лямов, я бы его сразу в госку скинул бы за 5. Хотя, в прошлый раз, когда я Венена выиграл, я его умудрился продать за 6 лямов. Ну, где-то чистыми поимел с него 5800, может, чуть меньше. Давай посмотрим, что у нас по тачкам. Что мы выбили? СВ-90.
Блять, вот смотрите, когда машины белые, блядь, они выглядят как консервные банки. Не понимаю тех людей, которые любят кататься на белых тачках. Плюс у меня тут отсвечивает все. Ладно, из-за контрастности, то, что я накрутил, или что? Да, давай, посмотрите информацию о транспорте. 5700, то есть, ну, камон, какие 5700, это СВ-90. Но ГОСК у нее по факту больше, чем у F8, да? Так, тут давай выставить другой транспорт. Что нам еще выпало? МБГЛ. Это Мерин, походу, да? Да. Ну, этот Мерин крутой, красивый. Блатной, ёпты. Бандитский такой. Бандитский Мерин. Посмотрим информацию о нем. 4 ляма госстоимость. То есть, ну, сами понимаете, да? Ладно, допустим, сюда что у нас? Вызвать другой транспорт. Сколько это? Мы выбили уже... Так, Урус, Мерин и СВ-90 это гарантийка. Эксплорер, что это такое? Вот, типа, нахера его в лотерейке, когда можно его в салоне, наверное, продавать? Тоже, смотри, белые, блин, белые диски. Вот. 2900 вообще госстоимость. Навыбивали много, но, скажем так, ну, не самые дорогие, не самые крутые тачки, потому мне достаточно трудно вообще говорить об удаче. Но вот тут как бы, ну, это не AMG, это просто, это просто какой-то SL65, 3500 госстоимость, то есть, ну, блядь. Так, ладно, давай вызвать другой транспорт. Что у нас еще? Так, Explorer, Mercedes. А, и BRZ. BRZ это вообще что-то это за хуйня такая? Блять, госстоимость 2500. А что они в лотерейных билетах делают? Не, ну, знаете что? Просто я понял, почему так навыпадало много. Потому что они до хрена тачек добавили, короче, в лотерейке. Ну, посмотрим, как у меня их получится продать. Если их получится продать по госстоимости, то, ну, это классно, да? Ну, к примеру, Урус по госстоимости продать не получится. СВ мне не особо хотелось бы продавать. С другой стороны, она мне по виду не особо нравится, эта фера. Типа для коллекции, ну, я хер знает. Смотри, блядь, белый гараж. Итого у нас что получается, да? Вызвать другой транспорт мы выбили. Раз, два, три, четыре. 5, 6. Короче, 5 тачек выбили, и 6-я получается гарантированная. Ну, а, слушай, давай возьмем джип. Мы же сейчас поедем за масками и посмотрим, сколько там денег прилетело. Ну, слушай, он так, знаешь, как бы... При том, что он не прокачанный, блин, этот снег отсвечивает. Вроде, знаешь, такое новогоднее настроение добавляется, но вот днем, когда ты себе там... контрастности, резкости выкручиваешь, это все отсвечивает. А, у вас еще. Ну, смотрите, когда вы в штат зайдете, у вас это будет выглядеть нормально. Просто видите, я на OBS все это выкручиваю цвета, чтобы были поинтереснее, потому что обычно я стримлю ночью, когда темно. Вот. А днем, сами понимаете, какая картинка получается. Потому что, ну, на день надо немножко другую цветокоррекцию делать. Но это ладно, похеру. Слушай, он прикольный, он, скажем так, смотри, блядь, он при том, что не прокачанный, 300 едет, блядь. Типа он едет, типа F8 едет медленнее, чем он, если она не прокачанная. Но это надо отдельно тестить, это будем как-нибудь на стриме кататься. Я думаю, послезавтра замучу стрим, там будем смотреть. Вот хотелось бы, чтобы AMG выпало, да? Так, нахера я взял джип? Потому что у него большой багажник. А большой багажник нам, ребята, пригодится. Давай. Так, Г. Открыть. Что у нас тут? Да. Фулл слоты. Замечательно. Ну и посмотрим, сколько нам по деньгам упало. Раньше, когда я эти билеты открывал донатные, можно было, если ты открываешь через стол, то можно было с каждого билета еще по 5000 баксов заработать. Сейчас как бы вроде этой возможности нету. Хочу забрать посылку. Давай, 87. Полетели. Так, ребят, ну что, забираю уже последние, скажем так, последние штучки отсюда.
И можно подвести итоги. Смотрите, по деньгам, друзья, я заработал где-то 950 тысяч баксов. Это только чистыми. А дальше открываем багажник. Смотрите, открываем багажник и смотрим. И это еще не все маски. То есть это не все маски. В принципе, они-то толком ни хера, наверное, не стоят. Если не считать белую, которую можно продать за 50 тысяч. А, может быть, еще какие-то из этих можно толкнуть там подороже. Так, в принципе, они там, поскольку по 5-10 тысяч продаются. Но есть, к примеру, такая черная. Она дорогая. И выпал один черный завязанный шарф. Причем еще, смотри, два завязанных шарфа непонятно какого цвета. Далее. Ежели я не ошибаюсь, мы уже можем тут, скажем, что-то тоже забрать, да? Давай, получить. А, нет. Мне опыт не нужен. За 20 тысяч. Деньги. Блядь. Да, те же 20 тысяч там я получу, как бы ни о чем. Да, бля, а еще за 20 тысяч мне... Да ёб твою, ну 40 тысяч, господи. И этот суп настолько из лесных грибов. Хотя давай, похер. Так, тут я могу поменять это за 100 рублей. Рождественский торс. А нахер мне этот рождественский торс? Давай поменяем за 100 рублей, посмотрим, что из этого получится, чтобы вы видели, да? Блядь, что это? Рождественские штаны... Давай еще за 100 рублей сменим. А, у меня недостаточно денег. Придется рождественские штаны получать. Окей, посмотрим, что у нас за рождественские штаны там получились. В целом, да, машины хоть и не самые дорогие выпали, но в целом, да, если их продать, ну, я думаю, заработать можно нормально. В любом случае, как бы, намного прикольнее, наверное, и выгоднее донатить именно на билеты, чем ты будешь просто за 5000 покупать миллион. Слушай, это прикольные какие-то штаны. Подожди-ка. А ёпта, здесь не видно ни хера. Ну, типа, я просто не понимаю, почему некоторые за 5000 покупают миллион долларов. За 5000 тебе может до хера чего упасть. Слушай, а штаны прикольные. Ну, правда, лосины какие-то. Ну и хер бы там был. Блять, буду ходить в лосинах. Ладно, короче, я не знаю, мне трудно подвести итоги. Вы сами можете примерно в комментариях написать, на какую сумму я сегодня всего понабирал. Хотелось бы, да, выбить какую-нибудь дорогую Венена или там какую-нибудь AMG Мерин. Вообще хотелось бы, да, выбить. Тогда бы вообще было все шикарно. Тут надо считать. Машин выбили много, но не самых дорогих, друзья. Ну, единственное, что могу сказать, мне вот этот вот Мерин понравился. И я его буду продавать в последнюю, наверное, очередь. На стриме его перекрашу. И, может быть, если по деньгам у меня все будет выходить, потому что у меня ежедневные траты, надо там докидывать немножко денег в аргу. Не всегда все очень просто и хорошо, как хотелось бы, получается. Вот. Может быть, его оставлю себе, если повезет. А так как бы все. На этом с вами буду прощаться. Большое спасибо, кто досмотрел до конца. Пишите в комментариях, что вы, как вообще думаете, что вам падает с этих лотерейных билетов. Мне, в принципе, сегодня повезло, но могло бы быть и лучше. Я никогда не останусь довольным результатом. Всех целую, всем пока. А, и ссылочка в описании, кто хочет поиграть в этом штате. Ребятушки, заходите, буду всем рад, подписчикам помогу. Чао.